портового поселка «Уральский характер» уже полгода. Еще совсем недавно решалась проблема обустройства тренировочного зала. И вот сегодня секцию регулярно посещают уже 15 человек. Самбо, кикбоксинг, борьба – не просто красивые, привлекающие мальчишек названия видов спорта. Это настоящая цель, к достижению которой необходимо упорно стремиться. Наряду с правильной постановкой удара тренеры учат здесь грамотно защищаться, поскольку и то, и другое пригодится в жизни каждому воспитаннику. В этот день состоялись открытые соревнования в присутствии пока небольшого количества зрителей, но зато это были самые важные в жизни ребят люди, родители и друзья. И в ближайшее время областным управлением по физической культуре, спорту и туризму будет объявлен конкурс для каждого муниципального образования, где активно ведется подобная работа, где вот такие объекты вкладываются как государственные, муниципальные, так и частные деньги. Вот объявлен конкурс, и лучшее муниципальное образование будет получать дополнительное финансирование на создание новых спортивных площадок и объектов. Я считаю, это здорово. И в любом случае, все, что связано с молодежной политикой, с воспитанием подрастающего поколения, с воспитанием и развитием патриотизма, со спортом, это вот одно из приоритетных направлений работы уже нового правительства Курганской области. Президент клуба Сергей Яков поблагодарил за поддержку инициативы создания секции областную администрацию во главе с Алексеем Кокориным, за всестороннее содействие председателя комитета по спорту и туризму администрации Шадринска Александра Вележанцева, а также многих других неравнодушных к досугу подрастающего поколения людей. Была оказана помощь Свердловском, вернее сказать, Свердловской областью в рамках подписанного на Международном инвестиционном форуме промышленном Кинопром 2014 соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Курганской и Свердловской областью. То есть реализация этого соглашения как бы уже началась в социальной сфере. Вот. Хочется сказать спасибо частным лицам, предпринимателям, которые с пониманием отнеслись к проблемам клуба и активно помогали отделке, строительству, материалам и так далее. Сергей Александрович вручил памятные награды и благодарственные письма всем, кто продолжает принимать активное участие в развитии клуба и воспитании настоящего уральского характера его юных спортсменов. Просто рад, что в нашей такой установке не забывается про ребят, вот это будущее нашей России. Вот сейчас времена для России очень сложные, знаете, что весь мир как бы ополчился против нас. Вот. И нам нужны, скажем так, воины с уральским характером, потому что уральский характер вошел уже не просто так какое-то название, а это на самом деле какая-то материальная уже сила. Вы защита нашей Родины. Кроме вас некому защищать Родину. А не будет Родины, не будет ничего. То есть придут другие дяди сюда, вот, и будут командовать. То есть мы этого не допустим, вот. Ну что, желаю успехов вам. Вот. Большое спасибо Сергею Александровичу. Я его давно знаю. Он вынашивал давно эту идею. И вот наконец-то она воплотилась. Это достижение вот человека, который ни перед чем не останавливается для достижения своих целей и воплощает их в жизнь. Продолжается набор в секции. Если кто-то желает заниматься, дети пусть приходят. Занятия в клубе бесплатные, вас ждут всегда. Столько, сколько будет людей, столько и будет заниматься. Никому не будет отказано.